Вопрос. Расскажите кратко, какие основные уровни тестирования программного обеспечения вы знаете? Ответ. Существует три уровня тестирования программного обеспечения по степени изолированности. Первое. Тестирование компонентов или юнит-тестирование. Эти тесты пишет сам разработчик, код пишется таким образом, чтобы утвердить или опровергнуть результаты выполнения тех или иных функций. Второе. Интеграционное тестирование или integration testing. После внедрения протестируемых модулей, разработчик проверяет их работоспособность в группе совместно, друг с другом. В ходе проверки в качестве входных используют модули, для которых написаны как раз те самые юнит-тесты, упомянутые в пункте 1. Третье. Системное тестирование или system testing. Системное тестирование проводится на интегрированной системе, то есть на конечном продукте. На этой же системе выполняется и функциональное тестирование для проверки удовлетворенности требованиям заказчика. Обычно системное и функциональное тестирование смешивают или подменяют понятия. Разница в том, кто должен заниматься каждым из них. Системное тестирование должны делать тестировщики, которые пишут код или близки к тому, чтобы его писать. Функциональное тестирование должны проводить аналитики бизнес-процессов.